Всем привет, друзья! Вы на канале Best Shot. Меня зовут Влад, и мы продолжаем проходить наш любимый город Тангаро, уже любимый. В общем, подожди, мясо не выложил. Давайте будем его исследовать, смотреть и не забудем про обязательно нужно не забыть про клейкую ленту. Так. Поесть мы с собой взяли. Афанась. Чё? 7 на 8, 8 на 7. Ты чё, женщина что ли? А, Геннадий. Геннадий женщина что ли? С ума сойти. Яйца несет. Я вам петушок. Так. Слушай, а вот эта хрень. Не работает здесь? Нет, не работает. Ладно, давай деревья потом. Смотри, сколько деревьев. Давай начнем с домов. Че, можем лутать их все, да? Или тут какие-то такое избранные открываются? Ага. А, понял, вон дверь. Есть. Так, третий дом. Я так понимаю, надо запомнить. Лестница недоступна. Ноль. Недоступен. 8. А что все кнопки подгрызли? Это следующее. Ладно. 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас просто откроется в меня. Нет? Прикольно, слушай. Так, ладно, подожди, мы сюда вернемся. Мы же не обследовали здесь ничего. Мачете? О, клейкая лента, раз. Ящик. Кожа шарнир биотопливо. Слушай, классно. Классно. Монета, жетон для торгового автомата. Приколись. Еще один, смотри. Да я богач. Так, отсюда пришел. Хорошо. Ножницы. Слушай, а тут лут такой поинтересней, чем в предыдущем. О, жетон. Я его не увидел сначала. Слушай, тут получается много жетонов, да, надо обращать на них внимание. О, зиплайн. Так, третий дом, да, получается? Это давай как-то маршрут себе построим небольшой. Вот плот. Получается, первый дом от плота. Третий. Мы его прошли. Я так понимаю, нам попасть нам туда. Хорошо, первый дом от плота есть. Вот этот, по которому мы с зиплайном сейчас спускались. В него войти можно? А, это тоже третий дом, смотри-ка. Четыре стрелы, запомнили. Подожди, это тоже третий дом? А почему так? Он двойной, типа, да? Типа двойной.
Ай! Чё? На правую кнопку мыши случайно нажал. Хорошо. Так. Третий дом все. Давай попробуем второй. Или какой это? Первый. Так, садится солнышко. Давай-ка мы. Сейчас мы здесь максимум наултаем. А, во. Подожди, она не светится. А, нельзя, значит, да? Но она не подсвечивается. И сразу видно, что она неактивная, как будто. Вон та светится. Так, ну уже темно. Давай мы потихонечку будем возвращаться. Нормально только халява, да, сейчас? И острова не надо зачищать. Мы сейчас здесь деревьев нарубим. И плод достроим свой. Он вообще какой-то некрасивый, как коробка, знаешь, такой получился. Мы потом пересмотрим дизайн-проект. Лама, ты где? Вон она. Испугала меня. Коза. Ладно. Разберемся. Ой, не оттуда выкладываю. А, биотопливо. Есть. Инструмент. Так, есть. Ага, значит, мачете все-таки нужна. Это мы будем иметь в виду. Так, спим. Теперь есть, пить и побежали. Погнали. Так, этот мы облазили. Теперь вот этот дом. А, там, по-моему, неактивная дверь была, да? А, нет, подожди. Шестой. Keycard reader out of order. Please use evaluator in plantation area. Ага. Типа не работает ключ-карта временно. Типа вы используете пока лифт из elevator area. Хорошо, ладно. Сайт барбер не работает. Это какой дом? Это второй. То есть второй, третий мы уже обшмонали. Четвертый. Давай. Блестящая, понял.
Странно, что нет. Слушай, сколько FPS? Что-то прям подлагивает. 54 FPS, вроде нормально. Глаз все равно дергается. Так, хорошо, кухня. Ага, монет больше нет. Видно. Мне показалось, ли можно было открыть? Ладно, видимо, показалось. Ни монет, нифига. Какая-то бедная квартира. Так, хорошо, здесь все. Здесь. А, я понял. То есть в таком цилиндрическом это предмет, а в свертке, в конвертике это еда. Все, я запомнил. Я запомнил. Так. Смотрим монетки, жетончики для игрового автомата. Пока вроде нету. Клейкая лента, одна штука есть. Еще одна осталась. Здесь нельзя в окно? Нельзя. О! Сейф. И поглянь. А все, что ли? То есть целое здание и ничего? Что-то как-то очень странно. О, подожди-ка. Фигасе. А вот тут дверь не открыта, запомнили. Так, интересно. Наверх потом, да? Так, и что, и что, и что, и что? Ты поглянь просто. Кладезь. Это что? Ящик. Биотопливо, хлам, стекло. Тоже неплохо. А для чего мне все это? Все-таки можно было сюда. Так, это кто у нас с рецептом лет с грибами? Я не помню, есть у нас такое или нет. Но давай мы сначала посылку откроем. Освободим слот. Коврик, отлично. Ага, все, дальше. О! Не упал. Так, а тут я не понял. Я куда-то должен. Не. Ага. Мы Main Street, Базар Street, Main Street. Так, шестой дом, ладно. Допустим, облазили. Why это почему? Получается, если это шестой дом. Партизан стрит, Мейн стрит. Так, а здесь что? Ты какой? В
Восьмой. Получается, второй, третий, восьмой мы уже зачистили, да? Второй, третий, восьмой. О, смотри, здесь два этажа. Давай 12-й. Второй, третий, восьмой. Надо где-то записать, что ли, я же забуду. Офис. Так, я зря дверь открыл, потому что... Давай, чтобы не забыть. А, давай по левой стене будем идти. Тут слишком много получается. Пространство по левой стене. Общественный толчок. Офис. Алло. Никто не уснул там в точке. Так, и что? Так, в офис попал, да? Понял, это если идти по левой стене. А если по правой? Идти по свой офис, окей. Мини какой-то, мини-офис. Это были, наверное, два конкурента, знаешь, у тех дела хорошо идут, а у этих не очень. Во, клейка лента, все, мы теперь можем... Вот, видишь, предмет. Лам. Нет, нет, не так работает. Каменная стрела. Хорошо. Ладно, здесь мы разобрались. А дальше большой офис тогда. Нет, подожди. Это комнатка. Ящик. Есть. Записка? Нет, не записка. О, еще один ящик. Вот, смотри, посылка. Вообще отлично. Еще один флаг. Хорошо. Я хочу, знаешь, что? Я хочу просто суп еще. Сверху накинуть. А, это к еде он все-таки, да? Не к воде. Так, ладно, будем знать. Это не работает здесь, да? На всякий случай будем таскать с собой. Вдруг что выкопаем. Так, ну это какой-то большой офис уже. Опа. Так, и такое бывает хорошо. А мы по полочкам, да, прошерстим? Странно, сюжетных этих нету, записок там, каких-то предметов. Ага. Опа, чирик. Так, хорошо. Тогда пойдем, знаешь, куда? Следующий этаж, но же здесь 14 еще есть. Так, мыши здесь тоже присутствуют, теперь мы будем знать. Ага.
Интересно, а монеты не раскидываются рандомно или все-таки их специально положили так? Так. Смотрим. Казалось бы, зачем на постапокалиптичном мире, где везде океан один, нужен офис? А теперь понимаешь, что, в принципе, здесь же были работники, какие-то обслуживающий персонал, да? Этого всего. Так, темнеет, уже надо потихонечку. Как говорится, в гостях хорошо, но надо меру знать. Получается все. А почему так? Подожди. Это слишком скудно. А, вот, смотри. Во. А, все. А, то есть на башню можно попасть отсюда. Знаешь, что хочу еще на эти стекла посмотреть? А нет ли еще разбитых стекол? Вот разбитое стекло. Долечу, да? Если, наверное, больно будет. Да, будет больно. Понять бы какой-то дом. Это восьмой, это я понял. А вот как бы в плане ориентации относительно нашего плота. Так, ну вот я уже начал зуб. А, темнеет. Так, темнеет. Чай уже остыл, наверное, да? Угу. Слушай, ну мы, наверное, сейчас пойдем вниз. Да, давайте поспим. И пойдем вниз. Изолентой починим все-таки. Так, вон там, да, наш плот? Четвертый том, смотри-ка. А четвертый недоступен, да? Что такое мигает? Вот и второй дом. Ну ладно, что, темнеет и темнеет. Здесь же светло. Погнали. 6-8. А второй. Какой был? Четвертый?
Так, что-то я в это перепутал. Какой дом это? А, во, мы смотри, мы сможем сюда спуститься потом. Так, давай. Не будем затягивать, да? Правильно? Что затягивать? Интересно, что дальше? Так, эта музыка началась? Или мне кажется? Титан, смотри-ка, титан нашли. Отлично. Надо бы еще разобраться, знаешь, куда этот титан можно применить. Вот что интересно. А то мы его сейчас насобираем, а потом... Опа! А с него нельзя ничего сделать. Ладно. Пустое. Так, это получается со следующего этажа, да? Я могу так сделать. Ты поглянь, ты поглянь. Бананы, кокосы. Апельсиновый рай. Так. Художник какой-то жил. Смотри, действительно, какой-то художник жил. Романтик, все дела. Типа смотровая башня какая-то, да? Так, ладно. Это аппарат? А, нет, это лампочка. Все, понял, здесь спустимся. А здесь тогда что? Слушай, а ночью даже выгоднее ходить, потому что все подсвечивается. И мы точно ничего не пропустим. Та-та-та-там, та-та-та-там-там. Все, расцветает, да? О, а здесь дверь приоткрыта, как будто мы сюда можем попасть. Ладно, мы сюда попадем. Это какой дом? Я плота не вижу, но это... Даже не посчитаешь так... А, восток. С востока. Все. Запомнили. А здесь что? Ага. Опасно. Монетка. Так. Сколько я уже стрел насобирал? Все хорошо, тогда мы сейчас на улицу идем.
Ага. Слушай, меня тут прям ждали, да? Болт, ага, все, понял. Так, дальше. Восток. С востока, получается, вот в этом здании. А мы в нем и были, подожди. Подожди, мы в нем и были. Стой. Подожди, а чего за этой башней? Ай-яй-яй. Можно покупать рояль. Вода, еда, смотри-ка. Сколько у меня? Так. На Т это, наверное, да? 4 жетончика. А здесь что? Картины, ну это ладно. Цветы, это ладно. 4. Так, хорошо. Тогда давай мы сейчас спустимся вниз. А, подожди, у нас лута очень много. Сначала разберемся, где наш плот. Должен быть где-то здесь. А, слева. Да, по-моему, слева. Я так понимаю, здесь еще очень много всего. А здесь что? Дом номер один. О. Та-т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 а. Так, ну хорошо, слушай. Что такое? О, смотри, сюда можно, да? Хорошо, мы сюда придем. Все, я понял. Страшно, блин. Возникает из ниоткуда просто. Как Геральт из Ривии. Появился из ниоткуда и растворился во тьме. Так. Ага. Все, хорош, да, это, вот это мы и видели. Это мы и видели, все. Получается, сейчас мы идем сюда. Идем сюда. А там что? Это просто обманка, я понял. Эх, ты чё, ты чё, ты чё? Так, 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 так. Ага.
открыто, да? Нет. Показалось. Вот это я не понял. А зачем тогда? Зачем-то же здесь надо? Зачем надо? Погоди. А вот тут что-то я не понял. Так, вон площадь, да? А, я вспомнил, там, где не будет деревьев, там и мой, там мой плот. Давай разгрузимся немного и пойдем все-таки откроем ту дверь. Очень интересно, что там. А, смотри, двери запечатаны. Я, получается, еще не был, да? Все, это восьмой, да? А шестой? Мы были в шестом? Мы в шестом не были. Floating Fashion. Че? Третий. Давай быстро пробежимся по улице. Привет. А у меня подожди, есть вообще карты? Не понял. Залагала. Четыре карты, ну ладно. Будет пятая. А, партизан, все, я понял. Он куда-то сюда, да? Да, вот типа воспользуйтесь. Шестой, да, недоступен. Номер один закрыт. Два мы посетили. Деревья вырубили, отлично. Показалось, кто-то преследует меня. Так, хорошо. Пойдем разгрузимся быстренько. И откроем все-таки эту дверь. Иди сюда. И сюда. Где ты? Так. Ту-ту-ту. Кайфуйте, мужики. Кайфуйте. Так. Музяк вообще качает. Пьяно. Буду козочкам играть. А как? А здесь что у нас? Shift, High Octave, Lower Octave, Space Bar. Mm-hmm.
Ага. Но я не умею, видишь, что? Я бы сыграл. А, там цифрами помечены. 7, 6, 7, 3, 5, 6. А как это работает? Я понял, это тема рафта, по-моему, да? Только я не так ее сыграл. Ладно, продолжаем музяку. Так. Еще, ребят. О, еще и воды нет, прикинь. А яйца не пьешь, что ли? Это плохо. Ну-ка, коктейль. У нас есть такой. У нас есть такой. Что ты уже там давишься, покушай. А, ты пить хочешь? А, ну пить, извиняй. Надо подождать. Так. Тоже есть такой, да? Он первый. Сейчас, ребят, я и вас напою. О, вообще, понял. Вообще засуха. Все, поникла курица. Ладно, я сам попью, извините. Хорош. Сколько времени уже? А, о, у. Так, ладно, давайте сделаем так. В следующей серии мы посмотрим все-таки, что таится за той дверью. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, отправляйте это видео друзьям, прожимайте колокольчик. И внизу в описании есть ссылки на паблик ВКонтакте и также на сервер Discord, на котором уже больше 60 человек. Поэтому заходи, пиши, играй, все будет классно. Увидимся в следующей серии. Всем пока.